вы поддержали акцию, да? Почему? Потому что, ну, я тоже наблюдал, как люди относятся жестоко к животным. Потому что я сам животных люблю. А почему я это наблюдал? Просто на днях похоронил собачку, которую наблюдал, как к ней относились жестоко люди. Мне пришлось вот на днях. Она не была моей, она была бродящей собакой. И так вот получилось, а поэтому я решил. А почему я именно подошел сюда? Я увидел красивую собачку, которая лежит, у нее хозяйка была. И я к этой собачке подошел, начал ее гладить. Она вроде такая воспитанная лежала. Мне так понравилось это, я решил сюда еще раз. Сегодня прошла акция в городе Керчь по сбору подписей под письмом в различные инстанции, в различные коридоры власти по поводу того, что травятся собаки жесточайшим образом и кошки в городе. Наша акция направлена на то, чтобы остановить это нарушение закона Украины и привлечь внимание наших руководителей нашего города, что есть такая проблема, и мы готовы помочь городу решить эту проблему. Кто выступил организатором акции? Организатором акции выступила инициативная группа Общества защиты животных города Керчи. Скажите, как люди воспринимают вот то, что происходит сегодня? Люди, естественно, есть неоднозначные мнения, как есть в любом вопросе. Есть сторонники наших лозунгов, есть противники наших лозунгов. Мы хотим конструктивного разговора.